Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязева. Меня зовут Юрий Азаровский, и сегодня мы с вами посмотрим на обзоре гостевой дом в тихом месте. Здесь даже можно допрыгнуть и увидеть море. И расскажу вам обо всех аспектах. В общем, все как всегда. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь. И сегодня мы идем с вами на пляж «Жемчужная Россия». Находимся мы на улице Батарейной, 25. Здесь по всему фасаду парковочка для ваших машин. Маршрут до моря в Двагисе показывает 1,2 километра за 13 минут. Посмотрим сам гостевой дом, что здесь есть, какие номера и сколько стоит. На входе есть мангальная зона. Смотрим саму дворовую территорию. То есть такой уютный дворик для того, чтобы провести время, посидеть. Смотрите, здесь находится столовая, и там вы можете заказать комплексный завтрак, обед и ужин. Это вам выйдет 800 рублей на человека. Дворовая территория украшена бассейном, такой вот каркасник для того, чтобы искупаться можно было. С правой стороны есть зона для того, чтобы посидеть и отдохнуть в тенечке. Конечно же, есть качельки для детей, если вдруг вы приедете не одни. Хотя у нас в Анапу зачастую все и приезжают большими семьями с детьми. И есть общая кухня, на которой вы можете приготовить себе пищу, что-то нарезать, помыть. Это тоже здесь есть. Мы с вами посмотрим номер на первом этаже. Но это даже не номер, а что-то вроде квартиры. Здесь она рассчитана на 6 человек проживания. При входе у нас есть прихожая, есть куда повесить вещи, где посушить, и дальше уже непосредственно сами комнаты. Давайте посмотрим сначала. Такая вот большущая с кроватью, есть плит-система отдельная, телевизор, шкафчик, чтобы разместить свои вещи, и прикроватная тумбочка, санузел. Стиральная машинка, раковина, душевая и, конечно же, унитаз. Места тоже довольно-таки много. Еще комнаты. Здесь размещение тоже до 3 человек. Большая проходная комната. Отдельно кухня. Тоже можно 2 человека разместить. То есть получается больше 6. Стол обеденный и сама кухонная зона. То есть еще один телевизор. Очень симпатично выглядящая кухня. Прям круто. Газовая плита, раковина и холодильник с микроволновкой. То есть все, что вам может только понадобиться для комфортного проживания. Стоимость в данный момент времени 4500 за вот этот вот номер. На первом этаже смотрим еще один номер. Размещение до 6 человек. Это вот одна комната. Двуспальная кровать, кресло, место для хранения, тумбочка, холодильник, телевизор. Здесь есть также сплит-система. Санузел выглядит вот так. Душевая, туалет, раковина и зеркало. И еще одна комната. Здесь размещение кровать, кресло, также место для хранения, телевизор и сплит-система. То есть комнаты большие, просторные. Стоимость этого номера 3500 рублей за всех. Есть гладильная доска и утюг. Мы поднимаемся на 2-й этаж. Покажу здесь вам еще номера. Вот такой вот уютный 2-й этаж. Номер размещения на 4-х. И стоимость этого номера будет 2500 рублей. То есть раскладывающееся кресло и большущая вот такая вот кровать. Есть холодильник, шкаф, телевизор, сплит-система. И давайте посмотрим. Санузел выглядит у нас вот так вот. Душевая, тазик. Все, в принципе, чистенько, красивенько. Места много. И к этому номеру есть вот свой столик и сушилка для вещей на балконе. Расположение очень интересное, даже отсюда можно разглядеть море. Смотрим с вами номер на 5-х, стоимость его 3200 рублей. Так, первая комната у нас здесь кресло и диванчик, столик, холодильник, сплит-система. Давайте сразу посмотрим, здесь есть санузел, туалет, раковина, зеркальце и душевая. Вторая комната выглядит вот так, здесь есть столик с зеркальцем, двуспальная кровать, тумбочка, место для хранения, телевизор. То есть большой такой просторный. Сейчас мы в основном доме поднимемся на 2-й этаж. Здесь наверху есть 2 стульчика, столик и место, чтобы сушить свои вещи. И такой вот шикарный вид во двор. Такой уютненькая отделка деревом. Стоимость вот такого номера 1500 рублей. Холодильник, телевизор, сплит-система, кровать двухспальная, 2 тумбочки ковроватные и вот такой вот санузел здесь есть. Раковина, душевая и туалет с зеркальцем. Здесь у нас номер тоже на 2-х за 1500. Она отличается от предыдущего тем, что здесь раздельные кровати. Также есть место для хранения, есть телевизор, есть холодильник и сплит-система. И санузел выглядит вот в таком формате. То есть душевая, туалет и
раковина с зеркальцем. Своеобразная изюминка является вот такой двухкомнатный номер. Стоимость его 3000 рублей, и он рассчитан на 4 человек. То есть двухспальная кроватка, телевизор, сплит-система. Здесь имеется вид на море, можно наслаждаться красотами нашими. И вторая комната выглядит так же. То есть у нас двухспальная кроватка, место для хранения, холодильничек, телевизор и опять-таки вид на море. Есть зелень под окном, прям очень хорошо. И санузел выглядит вот так. Душевая, туалет, раковина и зеркальце. Во дворе у нас есть номер, смотрите, на 6 человек. Стоимость его 3000 рублей. Холодильник, телевизор, сплит-система. Вот такого формата кровати. Место для хранения, тумбочка есть. Санузел здесь выглядит вот так вот. Раковина, зеркальце, туалет. И здесь, видите, в полу трапик. Можете прям сразу так мыться. И еще одна комната выглядит вот так вот. Здесь тоже двухспальная кровать, одна спальная, телевизор и сплит-система. Также есть место для хранения. Номер на 5. Здесь диванчик, двухспальная кровать, кресло, место для хранения, телевизор и сплит-система есть. Также имеется санузел в таком формате. То есть душ, туалет и помывочная зона с зеркальцем. Стоимость 2800 рублей. Гостевой дом мы посмотрели, теперь отсюда прогуляемся до моря. Как и заявляет 2GIS, 1,2 километра за 13 минут вы можете преодолеть. Мы расстояние по времени замерять не будем, но все, что есть интересное, по пути я вам покажу. Вы видите, что есть такие вот кафешечки, в которых даже сейчас же ребята сидят, винишко попивают, хотя у нас только 10 часов утра. Папа продаются фрукты, овощи, столовая, в которой можно покушать, и довольно-таки хорошие отзывы имеет. Ух, здесь есть только озеро с рыбками плавающими. Очень симпатично сделали всю эту территорию, благоустроили, смотрится красиво. Место довольно-таки популярно, видите, сколько людей здесь двигается. Мы сейчас будем ЖК «Солнечный» обходить с правой стороны. Впуститься здесь есть возможность, и с коляской пандусы имеется. Температура воздуха 27,1. В ЖК «Солнечный» есть детская площадка. По пути встречается столовая в ЖК «Солнечном». Перейти через подземный пешеходный переход. Вот здесь не придется ходить через оживленный трасс. Это тоже очень хорошо. И мы выйдем с вами уже к морю. Также здесь с левой стороны есть супермаркет, в котором можно купить все возможные нужные вам продукты. Вниз можно спуститься также с пандусом для коляски. Классик продается. Фрукты, овощи. Идет такая бойкая торговля. Если в прошлый раз мы ходили, начались на по 230 и по 250 здесь продается, то не так и много было людей на этом проходе. А сейчас мы идем, и смотрите, как многолюдно. Кто-то на пляж, кто-то с пляжа. То есть видно, что поселок ожил, и людей приехало к нам гораздо больше. Ух ты, сколько их там впереди. Здесь есть парк детских аттракционов, который работает, и можно прийти своих детей прокатить на различных аттракционах. И стоимость дешевле, чем, допустим, в Витязе. Сейчас вот тут ценники есть, я вам покажу. Хорошего отдыха, ребят, от души. И даже поезд, и автодром, все есть здесь, ребята. Ну и, конечно же, очень много экскурсионных точек, которые вас готовы будут отвезти в любые уголки Анапы и не только. Большое количество торговых рядов. Выставка происходит, то есть на фрукты, овощи никогда ценников нету. И смотрим, возле дачи Дель Сол у нас работает фонтанчик. Ой, какие лапочки выступали. Есть такая детская комната, время неограничено, 300 рублей посещение. Здесь есть копченая рыбка, разнообразные такие аттракциончики для деток. И идем дальше, работает кенгурятник, батутная система такая. Можно заказать все свежевыжатые соки, пострелять в тире. В общем, развлечения на любой вкус. И главное не забыть, что вы на море идете, друзья мои. Также пользуйтесь услугами питьевого бювета. Там можно попить анапской минеральной водички. По-моему, стоимость стаканчика 10 рублей. Тут батуты, два большущих стоит таких зала, можно пойти 400 рублей. А этот дом кто-то перевернул вверх дном. Вышли на Жемчужную России, здесь остановочка, можно приехать сюда на 128 либо 114 маршрутке из Анапы, либо из Витязева и сходить здесь на пляж, вдруг, если вам захочется, друзья. Здесь работает лето супермаркет, мороженое, гонконгские вафли продают, столовые, да, здесь и ценники, что почем стоит. То есть, прям вообще удобно это делать, прям молодцы большие. Потому что, когда заходишь, смотришь, все неприкольно. А когда на улице стоит, прям 2 секундочки, все показалось, и надо, поставили на паузу, посмотрели, ребята. И вот так вот выглядит сама столовая. Есть фрукты,
овощи в больших количествах, допустим, черешня по 150, по 180 есть. Сколько людей уже стало, то есть приходили раньше, здесь такая пустота была, а сейчас просто все, и продавцы довольны, и люди счастливы, что приехали, потому что погода, ну, просто огонь. Даже вот в самой-самой тени идем, температура воздуха 28, то есть очень комфортно. Шашлычок, пожалуйста, пожарит мужичок, кафешечка есть, ребята. То есть очень много всего интересного, то есть продается вещей много, можно доктор фиш сделать себе пилинг фиш, и будете счастливы и довольны. Можно увидеть, что появился Thunder House и еще немножко торговых рядов перед поворотом уже непосредственно к пляжу. Вот здесь люди довольны, купили себе орешков и выходят уже с моря. Молодцы, кстати, мы идем туда к 11, а народ уже возвращается. Вот правильно, такие именно посещения, то есть до 11, и потом где-то с 5 часов вечера. А прийти лучше с рассветом, часиков в 6 утра, тогда получится самый ровный загар и хорошее настроение от отдыха. Меня до сих пор интересует такая шок-цена, набор 40 рублей. Столовый номер один прям на пляже стоит. Если ели, пишите отзыв. Вроде бы люди кушают, но никто мне отзыв так еще один не написал. Так что я от вас очень жду. Шаурма 180, шашлык по 60 рублей. Ну, что-то сегодня ребята отдыхают, наверное. Здесь пляжу проложены дощечки. Вы можете спокойно на колясочке провести своих детей. То есть это очень большой плюс. Поднялся сюда для запуска квадрика. Ну, можете увидеть, какая панорама открывается. С правой стороны мы видим чуть водоросли, а спереди прям красота. И просили вот левую сторону этого пляжа показать. Тоже все прям очень хорошо. Мы подходим к пляжику. Здесь есть туалет с правой стороны. Всегда уточняйте стоимость, конечно. Друзья мои, картина, которую вам предлагают. Люди, есть батуты, бары, детская игровая комната, посетить которую можно с 9 до 19. Цена рублей, время ограничено, 300 с ребенка. Ну, вот такой вот бар симпатичный. Также есть теневые навесы, массаж. Подойди, спроси, подошел, увидел и ушел. Все хорошо. Шезлонг полдня 150, теневая секция полдня 250 рублей. Если вы вдруг хотите здесь отдохнуть, флаг желтый, самое главное, и это говорит о том, что купание разрешено. Единственное, ко всем обращаюсь, сегодня во избежание того, чтобы вы их потеряли, либо ваших детей никуда не унесло, не используйте надувашки. Это, честно, чревато. И можете увидеть, сколько людей получают удовольствие, отдыхая на наших черноморских пляжах. Ну и осталось посмотреть еще своими глазами на море. Мы видели, что вот туда дальше есть водоросли. Здесь водичка чистая. Ну, как, в принципе, в ту сторону. И вы можете увидеть сами все своими глазами, какая красота вас здесь на море ожидает. Температура воздуха над морем почти 30. Ну, водичка, кажется, прохладнее, конечно, на контрасте. Какая температура, мы сейчас с вами узнаем.
Время прошло достаточно, можно вынимать градусник и смотреть, что вода 24. То есть всего лишь отличается на 5 градусов от воздуха, по ощущениям ты прям заходишь прям в ледяную воду. Это происходит из-за смены температуры. Я еще был на дюнах, там вверху песочек довольно-таки горячий, поэтому потихонечку зашли, постояли, второй раз еще глубже, и потом будете купаться. Но лучше всего, конечно же, с утра в море наслаждаться. Номер телефона хозяев напрямую у вас есть. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь и получайте удовольствие от нашего Черноморского побережья. Ведь если знать, как Анапу готовить, то можно вполне себе прекрасно отдыхать. С вами был Юрий Азаровский. Выпрашиваю ваш лайк, комментарий под видео, потому что для меня это важно понимать, что эту работу я делаю не зря. То, что информация полезна, интересна. Помимо моря мы видим еще и места размещения. Так что, дорогие друзья, всем привет от меня и хорошего вам всем настроения. Пока-пока!